В настоящий момент управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации разместило контракт на сайте госзакупок на проектирование открытого пешеходного перехода в районе монумента Дружбы. Этот пешеходный переход должен представлять собой, как я уже сказал, такой открытый мостик для пешеходов протяженностью порядка 85 метров. Соответственно, по условиям контракта, который размещен на сайте госзакупок, сами торги должны состояться 29 июля, а проект должен быть разработан ближе к сентябрю. Начальная сумма контракта предполагает сумму порядка 2,9 миллионов рублей. Это такой мостик, который сверху ничем не закрыт, но пешеходы просто как по отдельной эстакаде смогут перейти дорогу. Что там у нас затруднено движение? Вот вы видите, там в этом промежутке сколько светофоров, да? Вот у нас вот СНИП и ГОСТ есть, их же не просто так создали, да? Что между переходами там светофор должен там за 1,5 километра, вот между перекрестками, допустим, 1,5 километра можно ставить светофор. Если этого нету, как бы расстояние, ну, не положено ставить, понимаете? А мы ставим там через 100 метров, через 500 метров, да, светофор на светофор, а потом хотим, чтобы движение ехало, оно не поедет, понимаете? И вот эти пешеходный переход, когда мы уберем, надземный пешеходный переход построим, как бы люди переходить там не будут, у нас движение, по крайней мере, будет ехать.